Я с непокрытой головой прошу у горожан прощения за дерзость изменить устои измученного поколения. Под небом голубым, бескрайним, и в ярких солнечных лучах, и в депрессивных днях, скандальных, по-крупному и в мелочах, я изменяю жизнь рабочего поселка, и минуло тому 12 лет. Я слышу вой стального волка, давая в дождь классический балет. Растут на берегах песчаных дворцов и замков стройные ряды, река в своих глазах стеклянных их отражением смотрит из воды. Непонятное и многим ненужное заветной мечты воплощения соединил я северное и южное на Марийской земле возрождения. Во все века все народы славили Господа и строили во славу Господа и Пресвятой Девы Марии, и христианских святых, храмы и церкви. И наша обязанность, обязанность власти делать то же самое. Неисповедимые пути предписывают, безусловно, для созданного во плоти совершить обет определенный. Дела Создателей чудесны, в деталях небесам известны, и вольные и невольные грехи, и мысли, и крамольные стихи. Превозмогая искушения, непроходимые пороги, судьбы, нелегкие дороги, надеюсь заслужить прощение, и зло в сердцах не сотворить, и мир вокруг преобразить. Сложная работа, а потерять удачу Боже сохрани. Республике судьба благоволит, и в море согласие царит, и наступило время воплощения идей талантливых самоотверженных людей. Экономический подъем из года в год республику преображает и радует и восхищает стремительное шествие вперед. Историю вершить родного края для нас почетный долг и миссия святая. Это будет очень достойное творение наших архитекторов. И площадь будет одной из самых любимых мест для жителей республики и города, и гостей нашей столицы. Не
Нелегкий путь преображения и в наше время непонятен. И вызывает осуждение, многим даже неприятен. К чему ненужные заботы? Приятнее милые болота, сырое теплое блаженство. Застой не терпит совершенства. Но ход времен неумолимый, стремительный и невозвратный. Его не вернуть обратно. И о себе необходимо оставить память на земле, как о достойном короле. Профессиональные артисты у нас играют хорошо и радуют нашу публику, но здания, в которых они выступают, к сожалению, это прошлый век. Дается власть как милость Бога. Это следует принять. Всевышний спрашивает строго, царям придется отвечать. Великий Данте всех тиранов в седьмой округе поместил и мир об этом известил. Тиран обязан созидать, чтобы заслужить небес прощения, не царствовать, а управлять. Дарить народу уважение, а душу уберечь от зла помогут добрые дела. Сегодняшние события действительно знаковые, потому что открывается новая улица, которая будет предусматривать порядка 24 коттеджей. Большая половина из них будет жилая. Дом, который мы сегодня заложили, это трехкомнатная квартира на каждом этаже. И он будет трехэтажный. Будет в стиле, в западном стиле, очень компактный, очень красивый. Хотим, чтобы это было комфортное помещение, функциональное, красивое и в то же время знаковое для всей республики. ЗАГС должен быть настоящим дворцом. Что нам Творец дает в награду? Ответите, конечно, власть. Я следую иного взгляда и назову любовь и страсть. Власть с наркотическим восторгом вас унесет под облака, но удержать не сможет долго ни юношу, ни старика. Любовь – иное наваждение. Ее нельзя предвосхитить. Полет и головокружение. Любовь в словах не объяснить. Разумно не сопротивляться, когда любовь придет весной. Рекомендую наслаждаться и окунуться с головой. Если вы вполне уверенно шедевр решили воплотить, необходимо вам намеренно кого-то сильно полюбить. У нас уникальная возможность на набережной Вишкар-Ле создать неповторимый комплекс зданий, объектов, сооружений, которым мы будем гордиться, восхищаться не только мы, но и наши дети. Построив Бруги на Кокшаге, я искренне родил о благе придать неповторимый вид, одев Вишкар-Лу в гранит. Я далеко идущих целей своим словам не придавал, лишь в тумане наблюдал архитектурный план, модель, внести особый колорит в наш скромный постсоветский быт. Вы скажете, при чем здесь Брюгге? Итальянские дворцы. Детройт построили в Калуге. Какое право? Молодцы. Построить можно что угодно. При экономике свободной.
Не буду предрекать, как знать. С Калугой можно подождать. Я предпочту Детройту церкви. Театры, парки, стадион. Мне нужен храм, не полигон. И чтобы идеи не померкли среди стального бытия, о красоте мечтаю я. Приятно думать о прекрасном, когда малиновый закат окрашивает коротко красный и завораживает взгляд. От куполов идет сияние и видится на расстоянии. Недаром среди болот и елок рабочий превращен поселок в фламандско-итальянском стиле назло советским городам Венецию и Амстердам. Если мы вас удивили, заставив чудеса увидеть, мы не хотели вас обидеть. Создаем неповторимый облик нашего города на века. Делаем так, чтобы люди гордились своей столицей, своей набережной, своими социально важными объектами, своей малой родиной. Этой школы великолепных, этих дворцов венецианских, появятся люди, которые прославят не только нашу республику, нашу страну. Экономической науки в природе не было и нет. Талант, удача, власть, все остальное муки, и не ищите сказочный рецепт. По поводу таланта ясно, удача чересчур пристрастна, содержит власть государей и труд для остальных людей. Талантливая власть с удачей в природе редкий экземпляр. Для государства – божий дар. А если с совестью в придачу, то стоит только пожелать подольше нами управлять. Сейчас очень важно, чтобы люди, которые стремятся заниматься спортом, имели доступ ко всем объектам физкультуры и спорта. Работа состоит из сложности. Судьба порядок учредила. И независимо от должности, какой бы власть ни наделила, измена, трусость и предательство, и бесконечные мучения, разочарование, стяжательство, а в итоге все же возрождение. Природой не дано иного. Ее рукой наделены набором бытия земного дороги разной высоты. Если кто-нибудь надеется судьбу злодейку обмануть, иллюзии его развеются, и ждет его тернистый путь.
Я хочу, чтобы республика была красивой, уникальной во всей России. И чтобы именно в нашей республике мы видели возрождение искусства, возрождение высоких традиций. Расцвет эпохи Возрождения. На нашей родине туман, что вызывает сожаление. Тосканой царствует тиран. Тиран, судьбою вдохновенный и многим даром наделенный, для воплощения мечты поэт, ревнитель красоты. Лоренцо Медити, встречайте. Банкир, известный меценат. И он, конечно, виноват, что на правительственном сайте «Марийской аномалии» сегодня можем наблюдать величие Италии. Нашей шкалы из-за трапезной провинциалки в развитый культурный промышленный центр. Мечта о любви взаимной с капризной родины своей. Сентиментально и наивно на фоне царственных идей мечта подобного формата по законам сопромата не может стать основой нормы идеологической платформы. Страна подобна кораблю. Самодержавные мотивы не признают альтернативы. Власть достается королю. Вершина на горе Монблан царит и плавит капитан. Но я с надеждой полагаю, что утро вечера умнее. Поскольку власть – услуга злая и для людей, и для царей. Власть позволяет быть беспечным, циничным и бесчеловечным. И добродетельным, и мудрым, но сложным и бесспорно трудным заставить власть служить на благо. И честь и доблесть соблюдать, отчизны и родного флага, и все же сохранять наивно мечту страну любить взаимно.